Привет всем! С вами ваша Silva Butterfly. Серебряная бабочка. 6, 7, 8, 9, 10. 10. И там еще в загашнике где-то летают. Вот здесь, вон там. Может быть, я покажу просто вот как на одну секунду. Не буду на них останавливаться. И так, вот это надо было спрятать вообще. Начну я с легких вещей. Как всегда. Начинается все с легкого. Rumor, Lanvin. Я его недавно приобрела и сразу влюбилась. Я просто его обожаю. Он мне придает такое вот настроение весны, осенью. Зимой, лето, осенью, весны. И когда бы эта дискотека ни была, она всегда тебе придает такой весенности, что ты типа молодой, красивый, forever. Вот. Всем советую. Вещь. Не надоедай никогда. Нравится. И очень я люблю ее трогать вот так руками. Что еще из розовеньких? Prada Candy. Ну, это совсем другое. Это больше как... Я, наверное, брызну в небо. Это такая вот сладкая черешня, как будто вы в саду детьми играетесь и воруете черешню, и думаете, что она кислая, а она сладкая. И тут и какие-то миндальные косточки, и конфет куча. Вот карамельки, и даже не карамельки, а сосательные конфеты. Так вот, вот это вот о нем, о ней, о Праде. Обожаю. Еще такую хочу, кофейную, вот эту фиолетовую. Что у нас еще? Из помадного. Надо же накрасить губы. И тут у нас новая страсть. Кошарель. Yes, I am. Да, это я. А вы как думали? Это из недавних приобретений. Я даже хочу немножко на себя. Сначала я думала, что несерьезный аромат. А сейчас я думаю, это такой аромат деловой женщины 2021. Он в то же время и немножко горьковатый, и очень сладкий. И не такой приторный и ненавязчивый. То есть все сошлось. Мне вот этой вот помадности не хватало в своей коллекции. У меня много помадных ароматов, но они как бы из old school. А вот это вот очень современное кино, и мне оно очень нравится. Вообще, если честно, я не очень люблю современное кино. Не все. И почему-то я возвращаюсь к таким каким-то прошлому кино и расслабляюсь. Наверное, так же, как и в музыке. Да, я знаю современную музыку, но все равно, когда играет что-то такое, я сразу молодей. И вот про молодость. Кейт Мосс. Ну, это не про молодость так уже. За 30, ну ладно. Может быть, около 30. Это такая английская роза такая. Развязанная такая же, как и Кейт Мосс. Знающая себе цену. Такая. Вот такая. Курящая. Использующая наркотики. В то же время почему-то всегда в форме. Как это ей удается, я не знаю. Имеющая миллионы. Имеющая любовь самих англичан. Постоянно мелькающая в таблоидах. И... Она встречалась одно время с Джонни Деппом, моим любимым. Ну, там у них своя тусовка. Как туда вкататься, я не знаю. А вы знаете? Купите Кейт Мосс, если вам удастся. Я купила сначала один, потом другой. Вот эта вот бутылка, бутыль, просто сказать. 100 миллилитров. Это у меня как бы загашник, потому что
Мне ее всегда было мало. То есть, когда люди осознали, что это вещь за 3 копейки, они ее скупили, она стала discontinued и hard to find, то есть трудно находимая и снята из производства, как обычно. Надо уметь схватить удачу за хвост буквально на последнем вздохе, как говорится. Или спрыгнуть в последний вагон. Что-то в этом духе. И раз мы говорим про таких вот курительные ароматы, вот она, вот эта роза, это не такая Кейт Мосс а-ля 2000-е, да? А это такая уже Элизабет и Джеймс, вот эти сестры Олсен, которые выпустили этот парфюм, называется Nirvana Rose. И она действительно такая нирвановская, и пьяная, и какая-то наркоманская, и с сигаретой. И, ну, я уже миллион раз описывала, это как сигарета, брошенная в лужу, а там где-то была герань. Вот, что-то в этом духе. Мне нравится, это как пачка сигарет. Сейчас уже на дискотеках мало кто курит внутри. Вернее, это уже не разрешено. А когда-то тогда, это же я рассказывала самое первое. Заходишь, что тебя спасает? Ну, заказываешь дринк и сигареты. То есть сигареты ты куришь, и таким самым образом не так много напиваешься. Вроде бы и хорошо, но с другой стороны, сигареты. И это и хорошо, и плохо. Вроде как и кайф, и в то же время это уже не модно. Уже никто не курит. Моя подружка еще курит. Меня постоянно совращает. А что же про Вивьен Вествуд? Что-то у меня сегодня по англичанам все. Ну как же я могу пойти на дискотеку без таких вот развратных трусов от Vivienne Westwood? Это аромат, многие его не понимают. Некие парфюм-эксперты говорят, что это, по-моему, они, кстати, меня слушали втихаря, а потом сказали это как свое, бабкины трусы. То есть они бабкины даже, а я просто говорила грязные трусы. Они подхватили, сказали бабкины трусы. Ну, в общем, трусы. Они и в Африке трусы. Лишь бы были чистые. Но здесь они очень порочные. Что же еще? Это у нас 7. Madness от Chopar. Ну, когда-то я, можно сказать, зажигала. Вот в этом Madness'е. Сумасшествие. Тут опять же вишня на пару с малиной такая. Малину я обожаю, просто обожаю. Но сейчас я ее не принесла, потому что я ее постоянно за последнее время только и делаю, что использую. Это вот такая вот сумасшедшинка. Это вот нужно иметь такую сумасшедшинку, чтобы потом идти просто в этот клуб и тусить, и не бояться чьего-то мнения. Вот это об этом. Chopar, Madness. Это, кстати, таких тоже 2 или 3. Но когда я искала свой Жан-Поль Готье, любимый дискотечный вариант, я не могла найти, уже не могу найти собственные парфюмы в собственном доме. Я взяла как бы немножко бака. Просто принесу, как показать. У меня такая полная бутылка. Я теперь после клипа озабочусь, где мне ее искать. Вот. Жан-Поль Готье. 2. Ну что это? Это пьяная женщина, которая напилась уже и танцует на столе. Вот если эта женщина такая, она любит коньяк хлестать. А эта женщина напилась столько вина, что мама не горюй. И коньяк здесь все-таки больше рулит, но она попросила, чтобы ей заказали черный шоколад от Тоби Тобин. Так, это подождите, fruit dark chocolate, то есть это фруктовый черный шоколад.
Ну, я рассказывала, сколько я уже накупила этой серии, этих Тобинов-Тобинов. А чему мне нравится, естественно, своим шоколадом. Вот я буду обливаться весь ноябрь и декабрь. Обожаю. Вот так сделаю, пальну в небо. Вот он мой шоколад, оранжевый, как бы оранж. Самый что ни на есть, когда вы покупаете с начинкой оранжевой. Что я постоянно? В общем, оранж, апельсин. Надкусываете, и так с коньячком такая. Пьете, танцуете, танцуете, пьете. Пашка, а ты пьешь? Вопрос на засыпку. И мы идем дальше. Роберто Кавалли. Ну, это такая дива. Она такая в стиле Роберто Кавалли, такая вся в змеях, вся такая воздушная, такая типа а-ля богиня, не то секс-богиня, не то жена олигарха. Ну, а Кавалли, кстати, можно купить дешево, а жена олигарха может спокойно им пользоваться. Вот клянусь, это вещь. Я хочу даже ее немножко на себя. Как я не набрызгаюсь этим, мне постоянно какие-то мужчины делают комплименты. Вот именно на этот. Хотя у меня этих Кавалли просто завались. И этот не один из моих любимых, но я подумала, сменю-ка я репертуар, потому что я все время показываю джаз или вот этот в золотом, а этот я забываю. Вот. Аква, который ну что же дальше? Дальше у нас идет Sun, Moon and Stars, Lagerfeld. Вот этих у меня уже тоже в загашнике, ну, 3 или 4 штуки. Посмотрите мой клип, как я спасала последних из Магикан и нашла просто diamond in the rough, то есть, как говорится, иголку в стоге сена. Какой-то просто кайф. Он у меня еще до сих пор не открытый. А этот я, так сказать, буду использовать. Кстати, я хочу сюда. Можно? Так. Ну, действительно, полетел к звездам. Сначала Sun, солнце, потом Moon, луна, Stars, звезды. Все сошлось. Обожаю. Я так его обожаю, что берегу, хотя что беречь, вот надо пользоваться. Хорошо, что я пойду на дискотеку. И это уже к делу не относится, но я все равно принесла, я не могу не сказать об этом. Потому что вот это вот надо показывать. Это же Gucci Rush 2, это же наше все. И как бы там о нем ни говорили, этот аромат, он войдет в историю своей неординарностью, своей развратностью, своей сексуальностью, своей клубностью. Bring it back, bring it back, bring it back to me. Sing it back, bring it back, bring it back, bring it back to me, to me. И последний. Это я из последних, которые я закупила. Это было в прошлом, но достался он мне сейчас. Это я так буду складывать сумочку, когда, чтобы не таскать большие бутылки, я возьму вот такую вот малипуську. Костюм на Chanel. Чтобы быть такой необычный. Вот это вот о нем. Он вроде бы и странный, и в то же время сексуальный. И называется Scent. Запах. Не дать, не взять. Просто так. Вот такие у меня подборочки. Сейчас еще один там стоит. Не знаю, показать уже или нет, до кучи. Ладно, покажу. Уже не десятка, но будет уже больше, чем десятка. Но я, наверное, назову ее десятка или что. Или просто назову на дискотеку с Пашкой Пашка. Вот. Juicy Couture. Я тоже его обожаю. Просто обожаю. Это такая молодая девица, которая вступает во взрослый образ жизни. И представьте, ей там 17 лет, а ее привели в такой крутой клуб. И она как бы должна вести себя по-взрослому.
Но в то же время ей это все как бы а-ля в диковинку, и она играет роль. То есть как будто она в этом клубе не в первый раз, и как будто все классно. И она пьет это вино, хотя это виноградный сок фактически, да. Ну, такой классный. Виноградный сок, вот как говорят же, Изабелла. Аромат Изабелла, когда виноград выращивают, вот это сорт. В общем, да, представляете, я отстрелялась. Чтобы приготовиться к клипу, это нужно создать вот такую вот ауру, атмосферу. Ну, надо еще поплясать. Я не знаю, поплясать что ли с вами? Подождите. Надо отстегнуть. Конечно, это не та музыка, но я потанцую. Тебя в наручники и пойдешь со мной в клуб.